Здравствуйте, дорогие наши уважаемые зрители! В эфире КПРФ ТВ, программа 19. Сегодня у нас в гостях Борис Олегович Комоцкий, главный редактор газеты «Правда», член президиума ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы. Тема нашей сегодняшней встречи – столетний юбилей газеты «Правда». Борис Олегович, целый век, 100 лет – это гигантский накопленный опыт, колоссальный срок. Каковы основные вехи развития газеты? Ну, по истории газеты «Правда» можно изучать историю нашей страны. Она разбивается на этапы очевидные. Первый, конечно, это от создания газеты и до 17 года. Это работа, хотя и в легальных условиях, но работа в качестве печатного центрального органа революционной партии. Это даже, так сказать, не оппозиционная, а сегодняшним нашим каноном, а революционная партия. Со всеми вытекающими отсюда последствиями, вплоть до того, что газета через раз останавливалась, арестовывались, редакторы отправлялись в тюрьму, газета выходила под новыми названиями, но все равно жила и делала свое важное, необходимое дело. Иосиф Виссарионович Сталин, отмечая в свое время роль газет, сказал, что фундамент 17-го года был заложен в 12-м году созданием газеты «Правда». И этим объясняется вот вполне понятный первый этап. Это работа в качестве печатного органа революционной партии, подготовка революции. И октябрь 17-го начинается новая. Газета становится главной газетой страны. И мы видим, что на ее полосах отражаются все события, все важнейшие фигуры. Буквально в подробностях, в деталях. И значение это настолько велико, что сегодня, в частности или в особенности даже на Западе, понимая, что изучение нашей страны невозможно без обращения к страницам газеты «Правда», именно активно обращаются к цифровой электронной базе, которая существует, она сделана от первого номера и до последнего. И это вполне объяснимо, потому что любой человек, который занимается историей, не может пройти мимо такого важнейшего источника этой информации. Следующий, конечно, этап – это бурное социалистическое строительство. От 17 года до начала Великой Отечественной войны газета описывала передовиков, в газете стали появляться активно, впрочем, это уже было и до 17 года, но после 17 особенности – это классики советской литературы, безусловно. Трудно найти такого представителя нашей советской литературы, который не печатался бы в газете «Правда». Это, безусловно, наше огромное достояние, наше наследие, с которым мы бережно и с гордостью обращаемся. Ну, война, правда в солдатской шинели, вполне понятно. Опять же, огромное число изумительных, замечательных произведений, выдающихся и поэтов, писателей наших, увидело свет именно на страницах «Правды». Послевоенный период, восстановление, выход в космос, стройки. И вот, наконец, увы, пресловутая перестройка, запрет КПСС, автоматически с этим, по сути, приостановка «Правды», попытки просто уничтожить газету, это тоже надо отметить. Причем для меня, например, показателен такой факт, что сегодня написавший книгу Михаил Полторанин, выступающий, стал очень популярный, так сказать, многие ссылаются, много раскрывает. Да, он много раскрывает, но не раскрывает очень интересного факта. Как он сам, бывший совкор «Правды» по Казахстану, активно в качестве министра информации пытался закрыть эту газету. Он бы с этого бы начал, рассказал бы. Так что... Когда... этого неудобно начать. Ну вот именно, да, вот именно. Газета прошла через сложнейший период, сложнейший. Я могу без преувеличения сказать, что тот небольшой коллектив, который сегодня в газете остался, он на 80% состоит из людей, еще работающих в советскую пору. Они подвижники настоящие, без преувеличения. Они выдержали огромное давление, лишения в том числе, поскольку не то, что сразу там упали очень сильно зарплаты, иногда их просто не было. Это было тяжелое испытание. Были попытки надавить, запретить, были попытки перекупить. Через все это газета прошла и сегодня существует.
И после того, как она стала в середине 90-х годов по решению съезда КПРФ печатным органом нашей партии, я думаю, что мы спокойно, уверенно и с оптимизмом смотрим в будущее. Так что история продолжается, и что для нас является особенным предметом гордости, что это может быть одна из немногих, если так сказать, не единственная газета, которая не изменила своему логотипу. У нас сегодня много есть газет, которые носят старые названия, но наполняются совершенно другим содержанием. Абсолютно. Да, даже сказать противоположным. «Правда» не изменила ни разу своему предназначению, своему первоначальному замыслу и тем принципам, которые заложил в нее основатель Владимир Ильич Ленин. Поэтому мы сегодняшний этап продолжаем спокойно, уверенно, конечно, нелегко, вне всякого сомнения, но с оптимизмом. Верность названию по форме содержания, в общем-то, это принципиальный момент, конечно. Да. Если сегодня «Правда» по-прежнему является главным печатным органом Компартии, то в связи с этим, что является основным предметом внимания газеты, чему она посвящает свои статьи? Я бы выделил здесь две стороны. Значит, газета «Правда» — это печатный орган ЦК КПРФ, поэтому мы считаем, что, во-первых, это газета для коммунистов, чтобы между ними налаживалась связь, что каждый человек, кто состоит в партии, мог бы читать о том, что делают его товарищи по партии, потому что сегодня этой информации мало, и иногда возникает, так сказать, такая опасность, что закуклившись в собственном каком-то организации и так далее, так сказать, горизонт сужается, и многие вещи просто неизвестны. Мы считаем своим важнейшим задачей, даже долгом, обеспечить обмен опытом внутри партии, значит, по любым направлениям. Поэтому первое назначение мы условно называем газета о партии и для партии. Но, естественно, далеко не только это. Мы пишем обо всем, что волнует сегодня самые широкие массы наших сограждан, трудящихся в первую очередь, но именно с позицией партии в этом отношении. Это является и политикой, и внутренней, и внешней. Причем часто мы пишем о том, что нельзя прочитать в других изданиях. Ну, например, далеко ходить. Вот сегодняшний номер. Так? Сообщение о том, с фотографиями, как полагается, как значит, на Донбасской земле поставлен новый памятник Ленину. Хороший, настоящий, эстетически выполненный. Ну, кто еще об этом напишет? Или кто об этом сообщит? Понимаете, это очень важно. Что делают наши товарищи по партии в бывшем Совете, на территории бывшей СССР, и не только. И здесь огромное, или другое направление из жизни братских партий. Здесь и интервью, которые мы делали с целым рядом лидеров братских коммунистических рабочих партий, и сообщения, и позиции. Например, недавно заявление Компартии Греции по поводу базы в Ульяновске, которые пытаются. Ну кто еще сообщит о том, что греческие коммунисты, значит, поддерживают нашу борьбу в этой, так сказать, важном направлении. Экономика, безусловно. Сегодня, когда правительство активно проталкивает идею присоединения России к ВТО, мы считаем крайне необходимым кричать и писать, и убеждать в страшном последствиях, пагубности этого шага, который делается, но я бы даже не сказал неосмотрительно, он делается совершенно по-преступному, потому что те последствия, которые нас ожидают неизбежно, они сегодня признаются даже многими людьми, экспертами, которые не имеют отношения к КПРФ. Вот даже недавно торгово-промышленная палата проводила конференцию, где эксперты, естественно, просто экономисты, говорили и приводили в цифрах, счет идет на миллиарды и триллионы потери, вероятные и практически неизбежные России, нашей экономики после присоединения к ВТО. Социальная сфера, то же самое, вот на сегодняшнем номере целая полоса посвящена проблеме, тревожной проблеме, это усыновление маленьких россиян иностранцами, и что из-за этого происходит. Целая полоса со статистикой, жуткой совершенно, так сказать, данными, фактами, и естественно, что мы должны в данном случае эта публикация нацелена на то, чтобы поднять тревогу и остановить этот процесс, потому что как минимум мораторий нужно ввести на эту процедуру. Мы так считаем, что вообще лучше бы ее запретить, но по меньшей мере обставить такими условиями, чтобы за убийство наших детей не принимались, я бы не сказал смешные, а издевательские наказания, как сплошь и рядом происходит за океаном.
Поэтому огромное значение мы уделяем также задаче защиты нашей русской культуры. Потому что то, что сегодня происходит в сфере культуры, это катастрофа, это гибель. И здесь отдельное, скажем, направление очень важно, тоже практически нигде об этом не говорится, это народные ремесла. Это прекрасные наши известнейшие направления и жестова, и, значит, известные росписи, и фарфор, и так далее, и так далее. Практически трудно найти сегодня тот, ну, назовем ту марку, слово бренд не хочется употреблять, да, то известное народный промысел, который уже сложился в веках, и сегодня многие из них просто загублены или в процессе, так сказать, вот этого уничтожения. Это мы всегда стоим на защите, защищаем и так далее. Поэтому практически трудно найти ту сферу жизни, которую мы считали бы ненужным освещать. У нас есть специальные тематические полосы, которые сразу говорят о том, о чем это, так сказать, пишется. Это крестьянская доля, понятно, что это проблема нашего сельского хозяйства и крестьянина, будь то это экономические проблемы, будь то социальные, психологические, какие угодно. Не забудем еще такой важный факт, что крестьянин всегда являлся носителем традиций национального самосознания. Ведь недаром же, когда мы говорим о национальных типах, у нас вспоминается французский крестьянин, американский ковбой и так далее. Есть какой некий обобщенный образ. Это не случайно, потому что деревня, село является именно хранилищем каких-то национальных традиций. Потому что мегаполис стирает различия. Когда нам покажут какую-то картинку, мы можем часто не понять, что это Москва, Нью-Йорк, Париж, когда идут просто поток машин, примерно одинаково одетые люди, вот, с одинаковым часто выражением лиц, мы не знаем, что происходит стирание. А это тоже очень важный момент, потому что нельзя забыть собственную идентичность. Это опасно. Тогда, так сказать, не только Иван родства не помнящий, но это и гораздо еще страшнее имеет свои последствия. В мегаполисе, в миниатюре, так сказать, да, модели процесса глобализации. Да, именно так. Антинародное хозяйство, наша полоса, тоже сразу понятно, о чем. Экономика и как, под каким, так сказать, ракурсом это повернуто. Ну и другие социальные диагнозы. Там, вот. Часто у нас бывают очень серьезные публикации на теоретические темы. У нас есть и внештатные, и штатные авторы, которые развивают исследования сегодня, скажем, о рабочем классе, о новом понимании социализма в 21 веке. Очень много внимания мы уделяем истории. Сегодня, потому что сегодня идеологическая борьба, превращаясь в идеологическую войну часто, больше всего происходит на ниве истории. Переврать, исказить, просто облить грязью наше советское прошлое и его героев. Сегодня это не только официальный агитпроп, но и либеральная пресса очень много постарались. И здесь столько возведено вранья, что разгребать и разгребать все эти огромные горы этого совершенно клеветы. И это наша задача. Поэтому, конечно, для нас важнейшее направление – это ведение такой идеологической борьбы именно на поприще разоблачения исторических небылиц и клеветы. Борис Олегович, а вот вы упомянули авторский коллектив. Хотелось бы, может быть, чуть более подробно узнать, кто сейчас эти люди, кто, собственно, наполняет содержанием нашу великую столетнюю газету? У нас сейчас совсем небольшой коллектив, там пишущих примерно 14 человек. Вот. Многие из них правдисты с очень большим стажем. Ну, хорошо, широко известен замечательный наш публицист и писатель Виктор Стефанович Кожемяка. Большущий опыт Николая Михайловича Кожанова. Человек, который писал и продолжает писать по проблемам партийного строительства. Да, в общем-то, это перо, которое освоит любую тему. Лариса Даутовна-Ягункова у нас по культуре вот недавно замечательную рецензию сделала на фильм «Нашумевший. Жила-была одна баба». И в заголовке сказано все. Русофобы заказали, русофобы наградили. И в самой рецензии четко и ясно это все, так сказать, доказывается. Это не просто декларация. И у нас, так сказать, ну я не буду сейчас перечислять всех. Я думаю, что постоянные читатели «Правды» знают этих людей, эти фамилии. Ну, Виктор Васильевич Трушков, наш профессор, который больше теоретическую часть развивает, хотя и не только. Его авторская полоса – это «Рабочий фронт». Он целиком ее составляет, делает. Это сегодня непросто, поскольку рабочее движение сегодня у нас
только в своем начальном периоде, только становится. Я думаю, что здесь сказывается вот эта инерция во многом еще советского сознания, когда люди только сегодня начинают окончательно понимать, что все, на дворе настоящий стопроцентный капитализм, без всяких скидок на что-то и так далее. Поэтому и бороться, как говорят французы, «аля гер ком аля гер», на войне как на войне, поэтому классовая борьба должна происходить. Но первый класс этой борьбы дается непросто, тем более, что классовый противник работает сегодня с полным знанием, так сказать, истории, привлекая все сюда, весь арсенал, который сегодня находится в его распоряжении. Это, к сожалению, очень немало. Так что авторы наши, ну и появляются новые, молодые, я думаю, что есть. Конечно, мы должны думать о смене, о перспективе и, так сказать, пока работаем еще и над этим. Но во многом мы полагаемся, и это, кстати, правдинская традиция, правда делалась в огромной степени за счет внештатных материалов. Я как-то взялся посчитать и увидел, что в среднем в дореволюционных выпусках «Правды» было по 40-50 заметок внештатных авторов. Маленьких, то есть газета, называясь «Рабочие газеты», абсолютно соответствовала этому названию. Не только по направленности, не только по финансированию, поскольку выпускалась на рабочие сборы, но и по содержанию. Она собиралась из заметок рабочих с мест. Кстати говоря, нам сегодня это очень не хватает. Вот, что его в целом внештатников и в особенности вот из рабочей среды. Здесь нам еще учиться, учиться и доходить до той планки, которая была 100 лет назад. К вопросу о внештатных корреспондентах мы вернемся после небольшого перерыва. Да. Оставайтесь с нами. Каждый месяц получаю более 1000 писем. Автор пишет, что наша партия предлагает национализацию, что мы готовы все отобрать. Национализировать – это не отобрать, а вернуть отобранное народу. И мы это сделаем. Речь о сырьевых отраслях, о железных дорогах, об энергетике. Национализировать все подряд нет никакой нужды. Природные ресурсы станут работать на всех и каждого. Тарифы будут разумными. Если прихвативший народную собственность вложится в развитие производства, мы даже готовы дать компенсацию. Беда в том, что российские олигархи не вкладывают, а выкачивают. И этот разбой мы обязательно прекратим. А вы уже знаете, что президентом России стал Геннадий Зюганов? Серьезно? А я и не сомневался. Значит, наш голос не украли. Ну и слава богу. Теперь мы сможем нормально работать. Ой, я за него и голосовала. Что изменилось после 4 марта? Мы живем в новой стране, которая заботится обо мне. Все в наших руках. Я сделала правильный выбор. Я голосовал за Зюганова. За Геннадия Андреевича. Будущее выбираем мы. 4 марта выбираем Зюганова. Уважаемые зрители, мы снова в студии. Борис Олегович, один из наших зрителей задает вопрос. Это вам пишет, значит, товарищ из города Ступино, член КПРФ, постоянный читатель «Правды», Роман Бунарев. Он интересуется возможностью как раз стать нештатным корреспондентом газеты «Правда». Ну, мы с удовольствием. Я предлагаю ему и кто еще не писал, но желает, присылать нам, ну, мы не можем вдруг это сделать, нужна маленькая хотя бы история отношений, как говорится. Прислать 1-2 материала, мы посмотрим, увидим, примем. После этого можно оформлять отношения как внештатника. Конечно, безусловно, я всегда приглашаю и зову. Значит, тут только надо сразу хочу оговориться, что должна быть информация, вот как в той старой ленинской «Правде». То есть не размышления, вот я там думаю так-то о том-то или о чем-то, или вот я там предлагаю программы. Я почему оговариваюсь? В нашей почте очень много именно такого рода материалов. Значит, предложения, очень много советов, как надо делать, партии, руководству, газете там и так далее. Вот это вот любимый жанр. Вот. Либо программы, вот нужно так делать, нужно так делать. А, товарищи дорогие, давайте по-другому. Вот у нас делается то-то, например. И либо вот случилось так-то, ради бога. То есть должна быть информация. Прочитав заметку, большую или маленькую, материал, неважно. Я должен обогатиться новой информацией. Не просто убедиться в том, что кто-то совпадает по мнению со мной. Ну, это хорошо, приятно, но это, так сказать, я считаю, не для этого. Я хочу узнать новые факты, я хочу узнать новые цифры, там, что угодно. Но информацию, вот это очень важно. Потому что очень часто у нас на таких материалах, к сожалению, превалирует мнение. Ну, это хорошо, но, безусловно, нужна информация.
скажем так, обмен опытом и обмен мнениями, это не всегда одно и то же. Ну да, да, да. Потом, дело в том, что в «Правде» ведь много, и мы с удовольствием это отмечаем, публикуется такой информации, которой больше нигде нет. Но мы-то и должны ее черпать из тех источников альтернативных в данном случае. Вот люди сообщают о том и о том. Потому что мы всегда прекрасно понимаем, что то, что волнует сегодня трудящихся, коммунистов, это никогда не попадет в авиационный агитпроп, в телевизор, там, в ящики, никогда не пойдет в либеральную прессу точно так же. То есть наши проблемы никого не интересуют, и наша информация вот этого рода никому не нужна. Наоборот, она опасна. Опасна как власти, так и либералы, и либеральной прессе, которая защищает интересы новой сегодняшней буржуазии. Поэтому они будут всячески замалчивать то, так сказать, что есть другая жизнь, если хотите, и другая информация. Вот для нас как раз задача эту другую информацию добыть и расширить, предоставить самым широким слоям. Ну, в этом смысле получается, что уникальность контента в значительной степени обеспечивается тем, что он идет снизу. Конечно, да, 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 да. Борис Олегович, вот такой вопрос. Очевидно, что время идет вперед, не стоит на месте, и в нашу жизнь приходят новые технологии. В начале своего выступления вы упоминали о том, что существует некий архив, да, которым позволяет ознакомиться с газетой «Правда» от первого выпуска до последнего. И каков вот в этом случае будет облик газеты в будущем? Да, как «Правда» будет развиваться? Вы знаете, здесь мы за медленное изменение стилистики, но очень медленно. Она должна быть всегда узнаваемой. То есть, с одной стороны, нельзя абсолютно стоять, если мы возьмем советскую «Правду», мы, так сказать, видим это шаги. И наша тоже, ну, условно говоря, даже вот на нескольких годах прошедших можно увидеть, как мы перешли, скажем, от существовавшего несколько лет красного логотипа ввиду известных обстоятельств, перешли к старому, к нашему, старому, доброму, узнаваемому такому логотипу. Значит, логотип, конечно, меняться не будет. Что-то по верстке мы всегда ищем, пытаемся найти какой-то ход, разрешение, ну, просто потому что... ну, скажем, рубрики меняются, меняются. Но основной стиль подачи пока мы не видим необходимости изменять, потому что человек привыкает. Привыкает к чему-то, и это часто именно потребность. Ну, я, например, даже сужу по себе. Я некоторые газеты, когда смотрю, я не могу даже по верстке начать читать, не нашу. Понимаете, вот просто, скажем, ну, на мой взгляд, неряшливая такая верстка, как-то это все поплыло куда-то, что меня настолько отвлекает вот это вот ее. Поэтому я всегда за то, чтобы сохранять, ну, я условно называю правдинскую верстку чеканной. Она, так сказать, вот так. Чтобы форма и содержание соответствовали. Да, 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 вот в этом плане, да, потому что... Когда там начинаются расплывания, какие-то там шатания, ну вот для других каких-то изданий, может, это органично тому, что они пишут и как они это подают. Но для нашего содержания, для нас вот такая строгая классика, я думаю, должна оставаться. Борис Олегович, вопрос касательно депутатской работы. Хочется узнать, как у члена комитета по делам Содружества независимых государств и соотечественников за рубежом, какова сейчас ситуация в этой сфере? Делает ли что-то, в принципе, наше государство для того, чтобы как-то позаботиться о наших людях, по тем или иным причинам, оказавшихся за пределами нашей страны? Предпринимаются ли какие-то меры по репатриации? Ну, самое главное, я бы сказал, что если говорить о причинах, по которым часть русского народа оказалась за пределы сегодняшней Российской Федерации, они понятны. Потому что в Советском Союзе не было ни одной республики, где не жили бы русские, разумеется. Причем это везде счет шел на миллионы. Ну, в лучшем случае, близко к тому, если брать маленькие прибалтийские, ну, там к этому подбиралось там, почти там, 700-800 тысяч любой, так сказать, значимый, ну, близко к этому. Поэтому трагедия заключается в том, что русские люди оказались в загранице, в зарубежье, без всякого на то своего желания. И наоборот, скорее, вопреки ему. Сказать. Поэтому сегодня, разумеется, ситуация эта отличается от любых других. И когда мы говорим о разделенном народе, самом большом в мире разделенном народе, это абсолютная правда. Я думаю, то, что сегодня делается в официальном, с точки зрения власти, с позиции власти, это, конечно, просто имитация. Какие-то там программы принимаются, но конкретные условия, связанные с этим программами, они, во-первых, финансово очень несерьезны,
Во-вторых, это всегда практически такая сложная процедура оформления, и что воспользоваться этой даже программой очень сложно. А ситуация, ну, по-разному. Конечно, мы, если построим градацию, то, так сказать, мы видим, с одной стороны, Белоруссию, но которая, наверное, практически положение русского белоруса сегодня никак не различается. Хотя, подчеркиваю, сегодня. Потому что в начале 90-х, когда там был Шушкевич и националисты, там были очень сильные тенденции вот такого же плана националистического. И русским было очень неуютно, тоже было желать. А сегодня, так сказать, наоборот, там приток. Я просто знаю конкретно, что из России переезжают в Беларусь. Это единственное направление вот в эту сторону. Из тех других бывших республик приезжают к нам. А в Беларуси есть приток из России. Просто знаю конкретные примеры людей, которые объясняют очень просто. Говорят, ну так а что? Вот я, говорит, Нижегородской области специалист, агроном. Я приезжаю туда, я сразу получаю квартиру, я получаю прекрасное. И главное, я получаю возможность приложения своих профессиональных знаний. Потому что высоко организовано сельское хозяйство. Кому и нужно здесь, где заброшенные поля, это все совершенно не нужно. Не востребованы люди. Нет, абсолютно, да. Поэтому, но в других республиках, если мы возьмем, то я бы взял такой, как последний вопиющий пример, это, конечно, референдум в Латвии. Когда порядка 40%, ну, скажем так, проживающих в республике, потому что есть еще совершенно дикий институт неграждан. И в этом смысле это чудовищное какое-то, в общем-то, это, я не знаю, это сегрегация, апартеид, что это вообще говорят? Ну, во всяком случае, нечто дискриминация близкое. Вопиющая. И Запад, Европейский Союз, все это прекрасно, так сказать, кушают без всякого возмущения. Точно так же, как вот этот референдум, который проходил с грубейшими нарушениями, потому что главные лица государства выступили в открытую с агитацией против. То есть, ну где вы видели, что какой-нибудь референдум проходил под таким прессингом, когда выступает президент, руководитель парламента и так далее и тому подобное. В итоге получилось то, что для 7% шведов в Финляндии второй язык государственный, шведский, это нормально, это правильно. А для 40% русских, проживающих в Латвии, это совершенно недопустимо. И такие стандарты, оказывается, это все воспринимается Западом в данном случае очень хорошо, никого не возмущают. Но это же не батька Лукашенко, который там ужасный диктатор, а это цивилизованная Латвия, где все хорошо. И там не граждане, и там язык, это неважное, нарушение всех, какие существуют конвенции по национальным меньшинствам и так далее. И вот такая экипа стоит. По поводу репатриации. Вот лично моя позиция, но она, конечно, при нынешнем составе, конечно, не пройдет. Но я думаю, что вот определенное именно это слово и стоило бы употребить в отношении русских, проживающих за пределы Российской Федерации. Есть правила, скажем, мы знаем, как по этническому признаку принимают в Германии, принимают в Израиле, если человек может доказать, что он или его предки, так сказать, принадлежали к народу данной страны, к немцам или к евреям, он имеет право оформить в упрощенном порядке гражданство. По сути, оно им уже в спящем виде присутствует. Он приезжает, говорит: немец, я вот такое доказательство, в 18 веке мой пра-пра-пра-пра уехал, звали его так-то, потому что он может сегодня называться Ивановым. Но у него есть записи из каких-то, которые доказывают. Не важно, что это Иванов. Да, ты немец, ну пусть Иванов. Вот, дело-то не в этом. Вот. Поэтому сегодня, конечно, я считаю, что было бы абсолютно правильно такое же спящее гражданство, такой же статус именно по этническому признаку. Не надо от этого шарахаться, потому что так далее. Да, русский имеет право, любой, где бы он ни проживал, на гражданство Российской Федерации. Это он сам может выбрать, воспользоваться этим правом или не воспользоваться. Но то, что по прибытию, скажем, в Россию, он может заявить и доказать свои, так сказать, корни именно такое, по родителям, по просто или там другие продумать, я считаю, что это абсолютно необходимая была вещь. Но, с другой стороны, сегодня что еще можно сказать? И русским-то неуютно сегодня в России, тоже ведь надо, понимаете, мы прекрасно должны понимать, что та ситуация экономическая, социально-экономическая для широких масс трудящихся, которая есть, они становятся сегодня изгоями в собственной стране. Потому что реально, так сказать, трудящемуся решить какую-либо из бытовых проблем крайне сложно. Поэтому я считаю, конечно, что здесь при сохраняющемся курсе русским как в России, так и за пределами ничего хорошего не светит. В связи с такой непростой ситуацией в международном плане, а также вот вы еще как-то упоминали в своем выступлении, что
имеется некоторое взаимодействие с печатными изданиями из братских коммунистических партий. Вот, может быть, чуть подробнее расскажете про данный вопрос, потому что очень интересно, как выстраивается вообще сотрудничество с братскими партиями из бывших советских стран, может быть, и даже из дальнего зарубежья. К сожалению, сотрудничество у нас пока практически не выстроено. Ну как, мы регулярно бываем на празднике газеты португальских коммунистов «Аванты». Но каждый раз, вот, когда я в том числе бывал, говорю, давайте как-то взаимодействовать. Возникают проблемы технические, язык. То есть кто-то должен с португальского на русский переводить и так далее, либо там, ну, через английский. Поэтому реально мы, к сожалению, наладить такое пока не можем. Но, может быть, и получится, потому что на праздник столетия нашей газеты мы собираем беспрецедентно за последние 20 лет, даже больше, после 91 года, огромное представительство. Это будет больше 20, я говорю пока не четко, потому что еще до последних точно не знаю, представители именно печатных органов братских партий из многих стран. Ну, исключением будут по уважительной причине французы и греки, потому что у них выборы, важнейшие выборы во Франции, второй тур, в Греции парламентский. Но, скажем, из Германии будут две газеты, Unsere Zeit и Neues Deutschland. Будет испанская газета Mundo Obrero, будет известная наверняка еще по школьному Morning Star. Ну и более близкие нам, значит, украинские, молдавские, там, значит, другие представители братских партий и газет. И, может быть, что-нибудь и получится все-таки договориться и найти какую-то форму взаимодействия. Пока, к сожалению, ну, понятно, там с коммунистом Украины это проще. Там, где возникает язык, возникают сразу затруднения, потому что это дополнительная работа, а, увы, к сожалению, это просто ограничение материального характера. Ну, такой юбилей – это прекрасная возможность завести хорошие контакты. Разговор у нас будет и 5 числа, мы у себя в редакции примем этих наших товарищей по Перу и по партийной работе, потом они у нас будут в колонном зале, а на следующий день, 6, будет конференция такая с участием представителей наших партийных местных газет и приехавших к нам в гости иностранных наших товарищей. Так спасибо, что, Борис, может быть, что-то из этого и получится на будущее. Спасибо, Дэн. Мы уходим на короткий перерыв и вернемся в эфир через минуту. Люди пишут иногда весьма резко. Вы говорите о дружбе народов, о новом союзе, что опять всех посадим себе на шею. Да, мы говорим о новом союзе, потому что интеграция идет по всему миру. Пока предатели рушили Советский Союз, рядом активно строился Союз Европейский. Заметьте, при СССР о неконтролируемой миграции у нас и речи не было. А почему? Работала экономика большой страны, и каждый находил у себя дома дело по душе. Пора твердо усвоить. Мы не сможем конкурировать в этом мире, не соединив потенциал России и Украины, Белоруссии и Казахстана. Наша единая промышленность давала 1/5 мирового производства. А сейчас у всех у нас в 4 раза меньше. Будем вместе, будем сильнее. Россия – великая страна. А давайте вернемся немного назад в прошлое. 2002 год. Партия «Единая Россия» заявляет на всю страну о своем манифесте, который гласит: в 2004 году каждый житель России будет платить за тепло и электричество в 2 раза меньше, чем сейчас. Сколько за коммунальные услуги платишь ты? Каждый гражданин России будет получать свою долю от использования природных богатств России. Ты получаешь деньги хотя бы за что-нибудь? У каждого будет работа по профессии. А кем сейчас работаешь ты? Каждая семья будет иметь собственное благоустроенное жилье. Хорошее обещание. Чечня и весь Северный Кавказ станет туристической и курортной меккой России. Вы этим летом отдыхали в Чечне? Россия будет лидером мировой политики и экономики. Вас попросту дурачат. С ними этого не будет никогда. Верю только КПРФ. Уважаемые зрители, мы снова в студии. Борис Олегович, в связи с тем, что газета существует, в общем-то, в тесной связи с актуальными проблемами нашего общества и тем подходом, который партия придерживается по отношению к этим проблемам, не могли бы вы кратко рассказать о том, что ждет нас в ближайшие несколько дней, все-таки на носу майские праздники, какие акции и мероприятия будут проводиться в эти дни? Ну, 1 мая у нас будет
на митинг, шествие. И мы всех приглашаем в 11 часов на Калужскую площадь в Москве, метро Октябрьская. И я думаю, что это должно быть очень представительно. И, конечно, от нас в том числе будет зависеть, сколько людей придет. И я думаю, что здесь надо проявить такую активность и показать, что сегодня и коммунисты, и те, кто с ними вместе, являются на такой настоящей солидной силой. Но то же самое будет и 9 числа, 9 мая, поэтому, конечно, я зову всех и приглашаю прийти, участвовать, высказаться по этому поводу своим присутствием, потому что, конечно, проводимый курс нас не устраивает, принимаемые решения сегодня в этом плане то же самое, поэтому мы должны проявить и показать свое несогласие с тем, что происходит. Поэтому я думаю, что чем больше мы соберемся, чем больше мы пройдем, тем скорее мы как-то воздействуем на то, чтобы эти решения все-таки тормозились или пересматривались и так далее. В любом случае нужно показать свою мобилизацию и свою силу. Борис Олегович, вот в связи с тем, что партийная работа, как мы видим, идет достаточно активно, хочется задать такой вопрос. Ленин в свое время определил, что газета – это не только коллективный пропагандист и агитатор, но еще и коллективный организатор. Вот можно ли говорить о том, что сегодня газета играет какую-то организаторскую роль? Я напомню, что эта известная формула, ленинская цитата, была сформулирована им в работе «С чего начать», которая говорила о том, как строить рабочую, ну тогда называл социал-демократическую партию, ну рабочую партию. И планировавшаяся тогда газета, которая получила название «Искра» и была средством организации партии. Сегодня у нас, безусловно, партия существует давно, и в этом смысле, конечно, эта организаторская функция может не так важна, но тем не менее она, безусловно, существует. Ведь одна из форм партийной работы – это именно распространение газеты. В данном случае, конечно, газеты «Правда», как партийные газеты. Это форма общения с трудящимися. Это форма привлечения новых людей. И, скажем, мы постоянно, например, публикуем и такую активную форму, вот, скажем, в Комсомольске на Амуре, часто у местной проходной, тамошние комсомольцы и активисты, на завода известного, раздают у проходной газеты. Местную партийную и нашу газету. И это очень важно, потому что ведь в свое время именно в рядах рабочих коллективов складывалось, когда это было нельзя, тогда это было, так сказать. Сейчас, кстати, тоже нас не пускают формально, но это у проходных, пожалуйста, это возможно сделать. И это таким образом человек и приходит, так сказать. В определенной мере мы думаем, что и то, что мы стараемся активно освещать только зарождающееся у нас рабочее движение. Вот мы писали недавно о том, что в Калуге забастовка, имеем связь с людьми там, и там быстро, так сказать, в определенной мере может быть тоже организаторская роль, потому что просто связались с тамошними коммунистами и сказали, что товарищи, обратите внимание, так и так. Но и получилось такое хорошее взаимодействие. И я думаю, что те рабочие, которые там участвовали в этой акции, они наверняка не забудут и будут, так сказать, ближе к нам, а мы ближе к ним, а это и есть наша задача, потому что сегодня в огромной степени проблема нашей партии заключается в том, что еще слабое рабочее движение, а мы всегда были и остаемся партией рабочего класса. И здесь с ним надо работать, вносить это сознание, во многом помогать. А часто еще нужно увидеть, потому что пока существует, ну, скажем, не всегда это идет рядом, коммунисты и какие-то формы зачаточные, этому есть свои причины, потому что профсоюзы создаются заново, профсоюзы независимые, не шмаковские, а уже настоящие. Там бывают люди разные, и часто, так сказать, с ними не просто работать, потому что иногда это, так сказать, бывает связанные с некоторыми там структурами такого международного плана, так некоторые профсоюзы и так далее. Да, они работают в своей системе, но не всегда готовы идти на взаимодействие. Но когда вы помогаете кому-то, то человек вполне естественно откликается. Поэтому вот это вот движение навстречу друг другу, и здесь наша работа как газета, я считаю, тоже очень может внести огромный вклад, что мы и стараемся делать. Спасибо, Борис Олегович. На этой нотке борьбы мы завершаем нашу программу. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Борис Олегович Комоцкий,
главный редактор газеты «Правда», депутат Государственной Думы, член Президиума фракции КПРФ. Борис Олегович, я вас поздравляю с юбилеем газеты. Спасибо. Вас, всех читателей, сотрудников и желаю дальнейших успехов. Спасибо. Совместным трудом. Спасибо вам за ваши ответы. Спасибо. Всего доброго. Спасибо.